И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жек, и сегодня со своими друзьями Хэппи Лаймом и Пашей поиграю в Мастера Строителя, ребята. Да, всем привет. Всем привет. Кстати, если ты не знал, ну, конечно, подписчики Хэппи Лайма знают, но мои, наверное, может быть, еще и не знают. Хотя я тоже говорил, он сделал для меня уже два мультика. Тот, который был на 200 тысяч, еще тот, который там новогодний. В общем, если кто не смотрел, и смотрим обязательно. Но мы строим, да? Ух ты, господи, да у меня же было... Понимаешь, это Леон. Это, я так понимаю, это Лев, правильно? Ты какой ты гений! Ой, как его строить? Понимаете, в чем суть? Я строил этого льва в прошлой своей вот этой хрени, мини-игре вот этой. В прошлом своем видео по этой мини-игре. Сейчас я построю. Короче, в тот раз я строил в одной позе, сейчас построил в другой, вот так вот. В смысле, ты даже позы строишь? Ну я имею в виду... Так. Вы поняли меня? Ну да, позы, в позах, ясно. Ну да, там он у меня лежал, а тут не он... А тут он... Тут он будет стоять. Сидеть. Ясно. Это нереально, по-моему, сложно это построить, этого льва. Да, блин, вот лежащего... Короче, похрен, не знаю, как строить этого сидячего, поэтому построю лежачего. Лежачего, лежа его будешь строить. Снова. Ой, Паша. Ой. Я вообще не знаю, как его строить, так что не пофигу. А я морду строю. Я тоже морду строю. До сих пор. Я не знаю, как тело будет строить здесь. Вообще, по-моему, нереально это построить, что-то тут. Кстати, вот это... Я строил в прошлый раз, да? Вот сейчас я уже не помню, как я это строил. У меня пока получился просто оранжевый квадрат. Он же оранжевый, да, Лев? Насколько я знаю. Он вроде как желтый. А, он желтый. Будет оранжевый. Да, у меня тоже будет оранжевый. А грива у него белая, да? Грива? У него красная. В смысле? Ну как бы такая оранжево-красная у него. Будет белая. Че ты какой-то ты странный. А, грива точно у него оранжевая, да, это нет. Ё-моё. Я походу тигра строю, сейчас все заново. Что-то пошло не так. Это была ошибка. Я никогда не думал, что здесь можно будет животных строить. Блин, понимаете, в чем прикол? Вот у меня... Я забыл, как строить его. В чем прикол? То, что здесь нет оранжевой шерсти. Так-то он у меня с оранжевой шерсти сам весь состоит. В чем прикол? Я не знаю, как его строить тоже. Так что я буду строить что-то наподобие, не знаю, ужаса. Ужаса? Да, ужас. Ужас. В смысле 2,5 минуты? Блин, реально, уже 2,5 минуты. Что-то мне как-то это вообще не нравится. Совсем не нравится мне это... Что-то как-то не... Причувствие для плохого. Наверное, зашкварный тигр. Ой, этот лев. Все у тебя с тигром ассоциируется. Вот что это человек-то такой? О, господи. Как можно путать... Смотрите, это вообще... Как можно путать льва с тигром? Я чуть не могу понять. Все очень просто. Тяжелые наркотики. Да. У меня тоже какой-то получился наркоманский лев. У него, короче, харя такая разъетая, вообще на коты капитошку похож. Блин, у меня вообще какая-то фигня получилась. Я причем строил нормально в прошлый раз. Меня взорвут. От меня взорвут. Аллах баба. Взрываем Пашу. Убивай Пашу, он лезет на небо. Так. Так. Это кто знает, тот поймет, хотя нет, вряд ли кто-то знает. Как это сложно, а? Ой, у меня какой-то жир. Ты увидишь, что у меня получится. У меня нереально жир. Алло. Не влазит. Андрей, мы снимаем. Что? Андрей! У меня в нем голова немного пустая получилась. Ну не ладно. 25 секунд. В смысле? Я тело еще строю. У меня не то, что у меня просто солнце. У меня черепаха, ребят, получилась. А у меня просто какая-то гора оранжевая с глазами. А у меня солнышко с глазами, все адекватно. Ну ладно. Ничего тут пока адекватного не вижу, но у меня тут тело не достроено. Сейчас мы вот так вот по-быстренькому тут ему. Блин, я реально не знаю, как так? Я прошел, построил нормально, а в этот раз мне получилась черепаха. Я посмотрите мою. Ого. Ого, ну вот. Только это, слышишь? Это нормально. Игорь, только не говори, какая постройка твоя, хорошо? Хорошо, я... Так, я поставлю это, it's okay, короче. Да.
Вот как нужно было делать, а я как аутист, ладно. Ну это пиксель-арт, да не, как это делать, говно какое-то. Да не, это реально пиксель-арт, это такой, вот у меня вообще... О, блин, вот это прикольно, я поставлю гуд. Это все жесткий. Да мы... я такой дебил, я такой бред поставил. Amazing, ё-моё. Да чё? не amazing. Ну хотя, может, и amazing. Не, я гуд поставлю, в принципе, это тоже хорошая оценка. Да блин, капец, я такой бред построил. Это что? А где Лев? А где Лев? Не, мне не нравится. Вообще совсем не нравится. Я вообще мех поставлю. Какой-то... Мех. Ха! Не, это хоть Лев. Ну да. Ну как-то из-за деревьев немножко не видно льва, поэтому... Ого! Что это? Ребята, прошу прощения, как... Я знаю, что похоже на черепаху какую-то. Не, ну глаза ты вообще молодец, мастер. Именно глаза, они такие. Понятно, Вайса Блейдинга. Да, что это? Бум? Вайса Блейдинга. Что он хотел построить этим? Он, ну это типа Леон, типа вот, понимаешь, если ты играешь за Леона, сбрасывайся с... Да почему у всех такие красивые, у меня урод какой-то? Да ну это... Нет. Вы мою не видели, друзья. Ладно, it's okay, но как-то хреново, да, на самом деле. Ничего себе, ты сейчас мой увидишь. Вы сейчас мой увидите. У меня куча такой оранжевой получилась куча. Так, понятно, это что? Я тоже не знаю, это даже... Нет, это... Это кого это? Что? А чё он разобранный? Это, я понял, это Лего, короче. Да, Лева разобрали. Да. Ой. Бомбанило. О, это нормально. Это жёсткий, кстати. Я поставлю это скейм. Нормально, это жёсткий. Грива какая-то недоделанная, какой-то лысый, ребята, побрили, смотрите. У него хвост горит. Хвост горит? А, ну да. Ну да, это прикольно, что хвост горит. Нет, глаза просто мастерские выбирать. Просто. Да, вот просто глаза мне нравятся. Да чё, а глаза прикольные, мне нравятся. О! О! Окей, it's okay. Да не-не, нормально. Вы мой ещё не видели. Это солнышко. Это... Не посиди. Брутально лев, я мама, такое. Мой взорвут тоже, кстати, смотрите. Опа-на, вот это лев, это какой-то смайлик, слушайте, какой-то. Такой, о, привет. Не знаю, что ты, это не похоже немножко на льва. Поэтому я понятно. Я же говорил, что брал. Понятно, я мото построил это. Это смайлик, Паша. Это солнышко. Это смайлик. Что? Что, простите, я построил дебильный. А мы с Капеллой так рядом. О, привет, такой, да, я тебе такой лев, дядь. Причем, понимаете, в прошлый раз я построил нормально, и меня занизили оценки. Я там был на 5-м, на 4-м месте. Здесь я построил убого и на 1-м. Ну как-то сразу. Ты моё видел вообще? Ладно, рядом со мной. Давайте поставим на паузу. Давайте все начинаем, да? Мы типа такие, йоу, ага. Комоп. Комоп. Комод. Комод. Блин, хоть бы сейчас какая-нибудь тема была, которой у меня еще не было. В общем, ребят, если будем еще раз потом будем снимать, то пойдем на Хайпиксель, потому что тема тут повторяется, капец. Диско! Вот это у меня не было, вот это прикольно. А, дискотека или диско-диск? В смысле? Подождите, а что строить? Это дискотека! А как? Ну я не знаю. Короче, я придумал. Я тоже придумал, да, нет. Вперёд. Сейчас, надо построить танцпол. Охренеть, так, погоди, ты главное не спойлери, ты понимаешь, ты... Ну да, точно. Спойлеры. Да. Спойлеры, все. Отписка, бан. Не надо. Не надо. Не, ну Лев был шикарный, ребята, согласитесь. Это вообще просто шик такой. Шик-шик-пик. Шик-так. Блин. Не хватит 4 минуты, чтобы построить то, что я хочу. Это нереально. Вот я плюсую. Поэтому это реально. Лев, по-моему, был легче. Ну да, согласен. Лев полегче, наверное, чем вот это вот. А говно, ё-моё, туда-сюда. Так. Зелёненький здесь. Господи, помилуй. Ой, да. Мать вашу. А можно деревья посадить? Да, можно.
А почему нет? Тут... Как бы не так, собственно говоря, так. Шо за говно? Ну шо это? Что я сделал? У меня сейчас тут жесткая вообще шняга будет, сейчас посмотришь. Сейчас мне тоже такая жесткая, прям просто пипец будет. Мне уже страшно. И правильно, правильно. Так, оп, такие, оп, такие. Так. Тут у нас такой разговор прям. Так. Так, где тащик? Так, ага. А, вот. Ага. Сейчас у нас видос просто не упал, и собрались записывать видос. Да вообще. Ну скоро мы эволюционируем, да. Дохды. Так. Эволюционируем. Какое сложное слово. Эволюционируем. О. Да. Мы справились с этим словом. Поздравим. Справиться с диском. Клуб интеллектуальных задротов. Да. Интеллектуальные ютуберы. Русский ютуб. Ага, так. Ага. Ага. А вы что делаете? Вы реально базарите, строите. А вы что, типа какой-то клуб делаете или что, я не понимаю? В смысле, как ты палишь? Да? Я не палю, я Рэддом сказал, мне просто интересно, чего делать. Вот я делаю речь на какое-то говно. Да, это черный клуб. Как здесь называются люди? Они же не хьюман. Кстати, да, можно здесь людей наспавнить? Да, вьюджеров можно наспавнить. А, вьюджеры. О, они будут бегать или они будут стоять? Они будут стоять. О, вообще. Они будут стоять. О, я знаю, кого я наспавню, вот кто на дискотеке ходят. Вьюджеры? Свиньи какие-нибудь, я не знаю, что тут еще можно построить. Свиньи сейчас заспал. На дискотеку. Хорошая идея. На дискотеку ходят одни свиньи. А ЖК рифмует как бог. Нет, я не рифмую, так что не надо тут. Просто не успеваю. Это нереально. А я. Сеня надо запилить, как под попта. Будь здоров тут. Здоров. Так, мне, короче, нужно. Ага, это сюда, такие типа. Йоу, ага. Диджей, мотафака. Где ты? Так, теперь мне нужна. А как убрать жителя, ребят? Не ко-ко-ко. Как мне поставить жителя так, чтобы он смотрел в нужную сторону? О, отлично. В смысле больше 16 нельзя спать? Это сейчас обидно. А, ты про эти. Я понял, про что это. Про парти. Мне ж топати, да, будет, да больше топати у меня. У меня ж пати. Масштабная пати. Так. Что это туда? У нас опять такой. Ой, в смысле 17 секунд? Я ж еще не. А если я сделаю ночь, погодите-ка. Time of day. Time for day. Что делать? Да, я построил то, что хотел. В принципе, я доволен своей постройкой. Насрать. Я вообще не доволен. Я-то тоже. Ладно, в принципе, нормально. Все, что мог, то построил. Екомоп, ага. О, раз, это хорбас. Партия выходит, да. Не, прикольно. Ну, кстати, вот это реально жестко. Тему ты передал? Пойдет, it's okay. О, смотри, тут типа такие диски, знаешь, как крутят эти, как они... Диджей. Да. А, вообще нормально, стану тут вообще жестко сделать. Надо было гуд поставить, ну ладно, пофиг, я поставил. Я гуд поставил. Ну, как-то ну, it's okay, ну, тему передал, но... Да чё, не, какую-то я... Какую тему, ничего не передал. Я вообще, если бы не сказали тему, то я бы не понял, что это дискотека, так что мех. Ну, не знаю, это типа тема шар. Тема не передана. Типа ну, шар. Это же не шар, посмотри, какой это шар. Ну, в Майнкрафте шар, квадрат. Это жестко, кстати, гуд. Нормально, и it's okay. Yep, ага. Почему у меня опять по сравнению с другими все плохо? Раз, это хардбас. А. Ага. Так, ну это типа клуб. Это вообще тюрьма какая-то. Не, я поставлю, it's okay, прикольненько. Тему передали, все нормально. Только не достроено. Надо было темноту сделать, это же клубняк, ё-моё, туда-сюда. Тут какой-то вообще гнусный клубняк. Да, это какая-то библиотека вообще. На дискотеке почитаю книжку.
О, вот это вообще, смотри. Нет. Нормально. Не знаю, гуд. Ну, тему передали, все нормально. Я даже гуд поставлю, да, потому что прикольно тут с этими стеклами. Ну, хотя нет, такие. Надо ночь делать, это же как кто танцует днем. В смысле, можно было делать ночь? Да. А это что это за дырка? Это диск, ну, было задание построить диска, поэтому мех. 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 Да. Мех. Мех. Не, это как, это не то. Это щель какая-то. Кстати, этот чувак вроде прошлый раз построил этот, типа, спрыгивает в бассейн или... Не, ну это вообще... Вообще оригинально. Ну, it's okay. Почему? Ну, почему, типа, ну... Ну, а чё, почему всякие разные эффекты, дискотека чувствуются, понимаешь? Чувствуется прям, ух! Прям захотелось. Да, ух, ух. Так, нормально, нормально. Так, это что у нас такое? Где вход? Ну, it's okay. It's okay, передали? Да, но я только что это за блоки разбросаны. Это моё! А что это за блоки разбросаны? Это потому что я не успевал. А чё я хотел построить? Просто, знаешь, так бежал и ставил блоки, думал, успеть что-то построить. Ну, не. А я понял, кто на дискотеке ходит. Такие, да, сообщество ведьм. Я угадал, что это Пашина, да? Нет. Окей, тогда поставлю it's okay. Да, я успел поставить цыке, к мопье. Я же тему передал, все нормально. Ну, в принципе, да. Ну, как-то изи, ребят, я что-то не почувствовал. Врага, на самом деле, две победы. Начинается. Это твое было? Да. Вообще. Все. Ну что, все, давай заканчивай, давай. Happy Land, прощайся. Всем пока. Окей, вот такое короткое прощание, да, пока.